Ты Рюрик? Я слышал, ты был в лодке, на которую напали утопцы. Да, вместе с Ульфом, моим двоюродным братом. Мы собирали ловушки для крабов около скал Ярок. Ульф потянул за веревку. Тяжело ему было, я уже решил, что там полная клетка, что хороший улов. Тогда что-то рвануло веревку снизу. Всего миг, и Ульф был уже под водой. Я звал его. Раз, другой, третий. Вдруг вода стала красной от крови и разнесся ужасный запах. Вроде гнилья, только хуже. Когда утопцы перевернули лодку. Я и сам не знаю, как доплыл до берега. Должно быть, Фрейя меня хранила. Или чудовища уже наелись. Спасибо за рассказ. Может, лучше ему было овец купить, да в горы податься. Но почти плоско. Иди в воду. Ты Туве? Мне сказали, что твоего мужа убили утопцы. Сперва море забрало у меня сына, теперь мужа. Осталась я одна. Вилли, наш сын, не вернулся слова. Муж каждый вечер ходил на скалы Кьерок высматривать его лодку. Я говорила, что ему этим жизни не вернешь. И сам, говорю, сгинешь. Слышал ведь, что там утопцы живут. Только не сиделось ему. Брал он свой старый плащ и шел. Когда он однажды ночью не вернулся, я позвала брата. Мы взяли факелы и отправились его искать. Мюрдьяблин, утопцы так его изранили, что я только по этому плащу его и узнала. Я знаю, что это небольшое утешение, но обещаю, что ваша беда с утопцами скоро закончится. Будь здорова. Пятеро их было, железом обвешан из головы до ног. А мой отец тоже был из садов Фрей не вернулся, и быки выросли. Кто-то помог брату. Но! Вчера он еще черным шеей ломал. И вдруг что? Очередная жертва. Этот смрад. Где-то рядом их логово.
Снова это вонь. Ил, падаль. Таз, следы когтей, длинных и широких. Топцы. Почти нетронутые, припрятаны на потом. Утопцы так не делают. Синяки на шее, раздавленная гортань задушили. Обломки лодки, порванные паруса, канаты. Можно сказать, морская декорация. Этот смрад, следы на телах. Должно быть логово лодки бабы. Лодки нюх, она не вернется, пока я здесь. Хотя, если она терпит утопцев, может, достаточно будет сделать вытяжку из их желез, чтобы замаскировать мой запах.